Цифру в каждый дом. В Чувашии проложили тысячи километров оптики для устранения цифрового неравенства. Из них 370 километров волоконно-оптических линий связи исполнитель проекта «Ростелеком» проложил в прошлом году. Сегодня жители 111 малых населенных пунктов, расположенных в Батревском, Вурнарском и Бресенском и других районах республики, могут пользоваться порталом госуслуг, совершать онлайн-покупки, дистанционно учиться, посещать необходимые сайты. Точки доступа Wi-Fi расположены на опорах связи в центральной части населенных пунктов и обеспечивают покрытие в радиусе до 100 метров. Скорость передачи данных не менее 10 мегабит в секунду. Созданная под проект оптическая инфраструктура в будущем позволит выйти в интернет сельским школам, больницам, организациям и предприятиям. Всего в рамках проекта точки доступа в интернет появятся в 328 населенных пунктах Чувашии.